У меня появился новый жилец. Вот такая вот девочка. Она меня смокчет. Имя еще, пока мы ей не придумали. Такая вот очаровашка, трехцветная. Ё-моё, яечка, покажи, какая ты красивая. Скажи, знакомьтесь со мной. Вот я какая хорошая. Вот какая я. Вот какая я хорошая. Да, моя лапочка? Вот такая красивая девочка у нас. Вот. Вот такая. Кошечка, вон как она меня облизывает. Про нее так и сказали, смоктушка. Вот какая. Цепилась за меня, лапками вот так мнет и облизывает меня. Такая прелесть. Мурчит. Она так и заснет сейчас. Смоктушка. Вот такая вот. Села вот так. Моя зяечка Моника. Дала ей вот немножечко такого препарата от глистов. Но в понедельник, это сегодня пятница вечер, понедельник обязательно еще к ветеринару пойдем. Вот такая вот наша девочка. Как ее назвать, пока мы еще не знаем. Вот такая вот девочка. Вот такая вот девочка. Вот такая вот. Вот такая вот у нас девочка. Вот такая вот у нас красавица. Вот такая вот маленькая. Манюська, иди сюда. Хорошенькая такая. Ну как же. Ведь жалко ж таких. Ну кто-то же их должен подбирать. Ой. Маленькая. Мурчишь. Ты мурчишь. Манюся. Такая трехцветная Манюся. Да. Ты маленькая. Ты мурчишь. Да. Ты какая со звуковым сопровождением. Я такая хорошая, я красивая кошечка. Листов погоняем. Дядя врач тебя посмотрит еще. Что с тобой не так? Ой. Да? Лапочка такая. Такая лапочка. Где ты там? Манюся. Что, пописила? Ты пописила? Да? Ты умничка какая. Да, кися. И кто тут у нас такая? Да, ты такая. Это наш новый член семьи. Мы имя еще ей не придумали.
Это такая девочка, трехцветная. Вот так, сразу же на горшок пошла. Ой, ты умница. Ой, ты умница какая. Моя лапочка. Я скажу, умею в туалет ходить. Моя чайка.